Приветствия, меня зовут Лёва, и сегодня меня попросили снять обзор видео про бакуганов, которые будут посвящены вот этому бакугану, вот этому и вот этому. И о них я вам сегодня расскажу. Вот карта, правда это не их карта. Тут на карте изображен бакуган Вилда Громовержец. Ну ладно, начнем. Начнем мы, пожалуй, с драгоноида. Как я помню, этот драгоноид... Сейчас, извините, я покажу. Как я помню, этот драгоноид из третьего сезона. К нему еще прицепляются доспехи. Это вроде бы драгоноид второй эволюции. Из вторжения гандалианцев. У него 770G. Сейчас. Не знаю, видите ли вы или нет. Сейчас. Извиняюсь. Сейчас я вам покажу. Мало света. Вот, сами видите, 770. Этот драгоноид сильный. Сам у него, он стихии Пайрос. Он еще без, правда, номерного кода. Вон, видите, значит, он не настоящий. Пожалуй, перейдем к другому бакугану. Это бакуган Шуна из четвертого сезона. Сейчас я его раскрою. Это, можно сказать, бакуган Бутант. Правда, у меня нету его первой его формы. Вот он такой. Сейчас я вам получше присвету покажу. Он тоже сильный. У него вот тут 600. Как вы видите, сейчас настрою. 600G. Наверное, плохо видно. Ладно. Но если нажать вот сюда на потайную кнопку, вот она, то тогда оно будет сниматься. И из-за этого он и называется мутант, из-за того, что когда он поменяется головой и телом с кем-то, то ему прибавляется 140 и 200. То есть 340 плюс 600. Это получается 940. Довольно-таки сильный бакуган. Сейчас я приделаю ему голову. К нему прицепляются два бакунана. Раз. Переворачиваем. Тут второе. Тоже довольно-таки сильный бакуган. Третий бакуган, последний. Я его купил вчера. Вот, сейчас я его раскрою. Это был бакуган гандалианцев. Он был тоже, вот как он, настоящий Пайроса. Вы, наверное, такого бакугана знаете. Сейчас вот. У него бакугана 750G. Сейчас. Вот вы видите. Вот он такой вот бакуган. К нему прицепляется бакунана. Бакунана к нему прицепляется, если вот так вот руки убрать. Сейчас.
Вот. Так. Вот. Сейчас я найду Баку Нана. Вот она у меня лежит. Это правда не его. Вот Баку Нана. Вот. Это не его. Но я все-таки сейчас на нем продемонстрирую, как на нем сидит именно вот эта Баку Нана. По мне так даже для него вот это вот и подходит. Потому что оно выглядит красиво, и вообще это мой самый любимый вот стал Бакуганом. А у Бакунана 100 G, то есть это нормально, это очень хорошо. Ну и, пожалуй, на этом все про вот этого, про этого Бакугана и вообще про всех Бакуганов, которые вот я сейчас показывал. Всем до встречи, пока, ставьте лайки.